Днепровский Петр Павлович. Родился в 1921 году в селе Семиозерка Ивановского района Амурской области. Работал шофером в МТС и мотористом катера Зейской сплавной конторы. В 1941 году призван в армию и направлен на фронт. Участвовал в обороне Ленинграда. В октябре 43 года гвардии сержант Днепровский получает задачу на полупонтонах переправить десант, 15 человек. Через несколько метров над рекой повисли осветительные ракеты. Начался обстрел. Понтон получил несколько пробоин, но бойцы быстро законопатили пробоины и взяли новых десантников. Представлял его к званию Героя Советского Союза, командир полка писал, что Днепровский сделал 300 рейсов через Днепр, перевозил солдат, боеприпасы, донесения и другие необходимые грузы. 301 рейс через Днепр стал для Петра Павловича Днепровского последним. Это случилось 19 октября 1943 года. Было ему тогда 22. В честь героя в городе Свободном названа улица и установлена мемориальная доска.